Документики ваши. Ага. Пожалуйста. Ну что, не любите нашу милицию? Почему? Вообще за людей постовых не считаете. Да нет, подожди. Зной стоим. Это... Мороз стоим. Не, ну зачем? Дождь льет, стоим. А вам и дела нет. Пенсионер для вас человек, конечно. Чего, все, чего? Никого. Бездушные вы, черствые люди. Езжай туда. Тарасы. Эдик, да, да успокойся ты, не нервничай. На самом деле, чтобы удар получился, надо расслабиться. Это как? Ну, расслабься. Закрой глаза и думай о чем-нибудь хорошем. Иди сюда! Валя! Слышь меня, хватит! Хватит расслабляться, хватит! Бей давай! Дочка! Дочка, а что у вас вот есть вот, от сердца вот есть? Пумпан. Пумпан? Так, так и сколько он у вас стоит? 520 рублей. Вообще-то обед до часу. Да не издеваются, ну сколько можно? Ой. Добрый вечер. Здрасте. Помогите! Милиция! Помогите, милиция! Отступай, сидят сломать, лежат! Двести двадцать восемь.
Горько! 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 Два! Два! Пора. Подожди. Рано. Уйдет. Подожди. Пусть поближе подойдет. А вот теперь пора. Опа! Привет! А чё ты одна ходишь по лесу? Очень приятно, Эдуард. Не страшно? Хочешь, я тебе автомат дам пострелять? Пошли в засаду. Ну, чё ты про автомат начал? А про чё я должен с ней разговаривать? У тебя тем, что ли, нету? Ну вот, готово. Что? А что это такое? А где мой портрет? Это и есть ваш портрет. Чего? Видите ли, я художник. Я так вижу. Именно таким я вижу вас в этом космическом хаосе и бренном мире. С вас 500 рублей. На! Что это? 500 рублей. Нет, ну... А я вот так вот вижу их в бренном теле. 27,6. О, Петров! Еще одного поймал, да? Так точно, товарищ капитан. Вот молодец, Петров. О, смотри, какой, а? Здоровый. Сали сюда, зараза! Так. Ого! 90 кг! Молодец, Петров! Слушай, Петров, ты вот этот плакатик внимательно изучал? 500 килограмм преступника в месяц, а уже конец месяца. Успеешь? Ну, будем сразу, товарищ капитан. Ладно, давай, иди его в камеру. Откармливай. Давай, иди уже. Чтоб он у меня как Чушкин был. Вот так. Понятно? Попробуй 90 кг. Ага, хорошо. Ой, Вань, привет! Слушай, сколько лет, сколько зим! Так давно с тобой не виделись! Слушай, ну ты так выглядишь! Слушай, ну ты даешь! Ты даешь! Слушай, так хорошо выглядишь! Так давно тебя не видел! Ну, давай с тебя! А я вот не тут-то! Не пошел работать! А там не ты знаешь! А ты, я вижу, большим человеком стал. Слушай, ну ты так выглядишь, просто потрясающе. Ванечка, на тебя, все у тебя хорошо. Так вот, я под институтом НИИ, а в НИИ у нас зарплата, сам знаешь, какая? Мужчина, вы кто? Извините, ради бога, я обознался. Видел? Да. Теперь и ты. Иди и ты что-нибудь поешь. О, Колян! Коля! Сколько лет, сколько зим! Ну, здравствуй, родной!
Мужчина, вы что себе позволяете-то? Ничего себе не позволяю. Я вам показываю, что я налево поворачиваю. Да ну вас! Ненормальный. Пожалуй, самый знаменитый экспонат нашего музея. Из этого пулемета во время русско-японской войны были убиты 150 японцев. Говорят, что когда японцы окружили пулеметчика Петра Семенова, он схватил пулемет на руки и с криком «Не возьмете, узкоглазые сволочи!» сражался до последнего патрона. Естественно, был убит. Есть вопросы? Перейдем к следующему экспонату нашего музея. Ну что, красавица, какие проблемы? Да я не знаю, она у меня дергается все время и глохнет постоянно. Сейчас разберемся. Мы сейчас идем быстро. Знаете что, уважаемая... Ого. Вы извините, но обратитесь в другую мастерскую. Да что ж это такое? Я уже в пятую мастерскую обращаюсь. Да что ж это такое, а? Что это за стуки-то? Превышаем скорость-то? Превышаем, да? Чего? А вон знак висит. Вон он знак висит. Где? А где он? Где? А вон он висит. Еще 2 километра. Поехали. Поехали, поехали. Поехали, говорю.